Подрастающие поколения должны знать, помнить и не забывать о величайшем сыне осетинского народа Костахе Тагурове. С этих слов открыл вечер, посвященный памяти поэта, директор Национального музея Мераб Засеев. Он отметил, что память прошлого является залогом сильного и светлого будущего, и мы должны помнить и чтить таких личностей, как Костахе Тагуров. Но уважая зардел, я хулфил вигененней, мейрун одам и космет, я хулфил чивожо, и то шевел комен фисо, кад има ирун одам и шардудис везо. Мафирух кенам, мах. Шемея худы кенам, шемея мене нухфетар чисты, фасивет чисты. Удуней зоной, Вечер прошел в дружеской и уютной атмосфере, полностью переносившей гостей в жизнь и быт писателя. Особую теплоту создавали ученики школ Цхинвала, подготовившие к вечеру стихотворения поэта и драматурга. Юмова фез малатискулаго. Роджито ювирах нордхад малхурто. Офтамай одаман тугорен курто. Диссо гавнолума цоснен тысти. Волума ванестак хурханен нырсти. Отлди, одарги, нолуди асаран. О важности знания своей истории и истории своего народа высказались и представители интеллигенции, поведавшие в небольшом разговоре историю Осетии и его выдающихся личностей. Чтобы понять творчество Коста и его биографию, для этого нам нужен определенный ключ – свобода, о чем он в своем стихотворении специально написал. А другая сторона вот этого методологического ключа – это, мне кажется, понятие жертвенности. Его жизнь действительно была жертвенной ради свободы. Но еще я хочу добавить, Шаутов Самартарат там на Пухта, он призывал нас к единству. А наш народ, он разобщен. Весь мир разобщился. А великий Коста, которого мы любим, мы уважаем, он нас к этому призывал. В завершении вечера собравшиеся по достоинству оценили стихотворение Мераба Засеева, который был посвящен поэту. Мысль дерзкая, что с тобой стало? Обмелела, как горный поток, что течет под камнями устало, прячет в скалах студеный глоток, с облаков словно свисшая капля, как последнее слово твое, будто в ножнах застрявшая сабля, что утратила время свое.